Sorry, come on. Ванила кон, плиз. Ванила кон. 15 бат, рожок, KFC. Хорошо делает рожки. Это KFC. Тайская KFC. KFC, что в России, что в Таиланде, лучше, чем Макдональдс. Спасибо. Спасибо. Капон краб. Капон краб. Пока-пока. Пока-пока. Так. Рожок стоит 15 бат. Кола бесплатно. Большой стакан. Каким образом бесплатно? Просто надо с собой носить стакан колы такой и наливать бесплатно. Тут система как в Бургер Кинге. Сколько хочешь, наливаешь. Я обычно либо беру стакан пустой с чужого стола, когда люди оставляют, и либо просто с собой ношу. Сегодня у меня с собой был стакан, я подошел, набрал колы. Сколько тут? Тут, наверное, литр, наверное, да? Ну, может, 0,70, да? В общем, большой стакан кока-колы, пепси-колы бесплатно. Там, миринда. И рожок 15 бат. Плюс я поел скумбрию за 26 бат и черный рис попробовал за 15 бат. В общем-то неплохо, да? Меньше 100 рублей покушать. Так что ловите лайфхак мой для тех, кто не был в Таиланде или кто поедет сюда. Учитесь жить дешево.